Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Михаил, и сегодня мы снимаем четвертый выпуск программы «Один день». И снимаем его в самом инновационном городе Республики Татарстан, да может быть и всей России. Это новый город, заложенный совсем недавно, который носит название «Иннополис». Иннополис расположен примерно в 30 километрах от столицы Республики Татарстан. Это еще новый молодой город, который только что был заложен и только что строится. Планируется, что здесь будет находиться инновационный институт и самые современные инновационные дома. Но что бросается в глаза, как только вы попадаете в город Иннополис, вот сейчас такие города строят в Китае, в которых еще не живут жители. То есть они построены еще так, какие накопители для граждан. То есть там строят огромные терминалы, строят огромные города. И вот здесь также в Иннополисе, здесь есть дома, есть классный институт, но еще нет жителей. Также есть большие четырехполосные дороги. Но я надеюсь, что жители здесь скоро появятся, и здесь будет многолюдно, будет обычный город. Ну а пока его интересно посмотреть и увидеть такую большую строительную площадку. То есть это город без жителей. Поэтому, если вы хотите увидеть что-то необычное, то скорее приезжайте в Иннополис и посмотрите на строящийся город. В городе на каждом перекрестке есть такие вот классные инновационные подземные переходы, то есть можно безопасно перейти улицу. И вот здесь просто чувствуется запах стройки, то есть запах бетона, нет никакого запаха людей. Очень интересно сделана система подземных переходов, то есть крестообразный перекресток, в центре него находится специальное световое окно, куда падает свет, и с четырех сторон проложены пешеходные маршруты. Что действительно поражает в Иннополисе, это тишина. Вот здесь как в деревне. Если бы не было звука ветра, то вообще может показаться, что ты находишься в полной тишине. То есть здесь нет шума машин, нет сигналов, нет никаких звуков рекламы. Даже голоса людей здесь нет. Здесь просто тишина. Здесь можно гулять и любоваться видами современной архитектуры. Кстати, архитектура очень интересная. Можете полюбоваться, посмотреть на эти здания. Здесь есть учебные корпуса, то есть институт, и есть жилые дома с квартирами, которые можно уже покупать. Ну, а также необычные элементы декора, как, например, вот эта вот огромная шишка или интересная лавка. Самый сильный ветра дует именно здесь, в Иннополисе. Потому что я нигде не испытывал такого сильного ветра, как тут. Я думаю, звук запишется очень плохо, поэтому не ругайте, не судите. Ну а сейчас вы увидите старинную часть Республики Татарстан. Как вы правильно догадались, это остров-град Свияжск.